Кстати, рынок диджеев упал тоже. Диджейский рынок весь упал. Куда ни приеду, в какой город, перестали заказывать диджеев. У меня друзья-диджеи перестали ездить. Представляете? А у одного ипотека, у второго ребенок родился. А у третьего и ребенок, и ипотека. Ну, как варик. Так что вот опять же, самые простые примеры. Не надо вот читать лента.ру, медузу. Нет, вот оно все. Вот они, эти люди, с которыми ты общаешься. Что у меня с друзьями стало? Опять к вопросу о кризисе. Денег занимали у меня, причем там речь шла и о больших суммах, и о небольших, и о маленьких, и о любых. Попропадали, не могут отдавать. Я вошел в положение. Я вошел как бы в такое внутреннее зависание. Я уже без претензий. Хрен с ним, ладно. Но теперь на деньги в долг у меня вот такой внутренний бан. Все. Не обращайтесь. Никто, больше не обращайтесь. 5 рублей больше не дам. Все, не отдают, не могут. Это все вот экономика.